Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую жилеточку. Вязала ее на девочку от 3 месяцев до полгодика. Может даже хватит чуть-чуть больше. Она с небольшим запасиком. Вязала я ее как подошвочку на пинетке, только вязала как бы полуподошвочку. То есть делала... Набирала воздушные петельки по спинке и делала вот такие расширения по краям. Провязав пол спинки и расширение по краям полукруги, я набрала отдельно спинку, немного меньше на 4 петельки с обеих сторон на спинке, провязала высоту спинки и соединила плечевыми швами. При этом плечевые швы я выполнила с внутренней стороны, а перед тем, как их сделать, я сделала столбики, то есть как бы сделала выравнивание этих полукружочков столбиками. Сначала столбиками без накида, затем полустолбиками, столбиками с одним накидом и в итоге закончила 3 столбиками с 2 накидами. Затем все соединила, сшила, аккуратненько выполнила плечевые швы. Вот так вот обработала края обычными столбиками, затем закрепила их столбиками без накида в другого цвета. Пришила 2 пуговички. Петельки под пуговички я не стала делать, так как столбики с одним накидом мне достаточно по размерам и использовать в качестве петелек для пуговичек. И украсила вот такими вот цветочками с ленточкой. Кому интересно более подробнее, обязательно оставляйте в комментариях. Мы с вами рассмотрим, свяжем вместе. Вот, поэтому, если вам понравилось, обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока-пока!